Добрый день всем. Ну вот, уже сентябрь, 1 сентября. Вот так вот быстро летит время. Вот. Сегодня иду на разведку. У меня всего 1 час. Вот. И более того, я очень сильно рискую опоздать на работу, если вдруг задержусь в лесу. Поэтому будем торопиться. Сегодня у меня разведка. Это вот я зашел в предлесье. Вот это у нас уже такое предлесье. Вот представляете? Это еще не лес. Вот, поэтому будем смотреть, что нас ждет здесь. Вот. Сейчас мы зайдем на окраину леса. Вот, и пойдем углубляться. Углубляться придется, ну, не совсем далеко. Вот, как бы мы снимем самые-самые кромки, потому что мне по времени не просто не успеть. Но и даже вот эти кромочки, вот, нам могут о многом сказать. Есть грибы, нету грибов, какой сорт грибов уже сейчас растет. Вот, поэтому мы будем все смотреть, оценивать, анализировать. Вот, для будущего похода. Тогда уж я смогу пойти на целый день. Ну что, начнем? Это вход в лес. Ой. Сегодня будут просто красивые, потрясающие места. Вот. О, и сразу грибки пошли. Вон они. Вон они, товарищи, стоят. Так. Так, ну если, ой, тут еще вон, смотрите, ну, раз так началось, большие мы, наверное, брать не будем. Так, здесь место приметное, очень приметное, поэтому мы даже вот этого, наверное, не будем брать, потому что через это место я буду выходить, поэтому если у меня место в корзиночке еще останется, вот, то... Наверняка я их подберу тогда. Так, а сейчас мы идем дальше. Вот. Ну, под березовичек первый неплохой. И самое интересное. Опа, еще это. Вы смотрите-ка. Вот они стоят. Вот они. Голубчики. Голубчики, какие вы хорошие, а? Так, что-то как-то бурно, бурное начало. Вот, что-то даже не ожидал, что так сразу... Он еще впереди стоит один. Так, ладно, сейчас мы посмотрим. Вообще-то я хотел проверить сегодня свое белое место. Вот. Беленьких, точнее, боровых белых. Давненько я их не видел. Пора бы им уже появиться. Вот. Ну вот, судя по всему, от подберезовиков у меня сегодня отбоя не будет. Вот, проверил те, которые нашел. Прям идеально чистые. Вообще ни одной точечки нету. О, ну правильно. Ночи стали прохладные. Вот, днем прохладней. Вот он и результат. Мушки перестали откладывать свои яйца в грибы. О, да. Сегодня, судя по всему, наверное, придется мне опять заняться не сбором, а выбором грибов. Ой. Будем собирать только хорошие, красивые. Вот такие вот. Так, там еще что? А, нет, там у нас... Не наш стиль. Какой-то гриб другой стоит. Так. Ну что, идем дальше. Грибы пытаются выскочить уже на самую дорожку. Это хорошо. Хороший признак. Вот он. Опять. Стандартный такой. Ой. Хорош. Нет. Палку нам не надо двинуть. А он, опа, есть.
А он растет из-под палочки у нас. О, красавчик. Вот такие будем собирать. Под березовички только такие вот, с нераскрывшимися шляпками. Или уж совсем плотные, молодые, большие. Вот. Ну, посмотрим сейчас. Меня опять сопровождает собачка. Убежала вперед. Но я сегодня так торопился, что ей забыл традиционную сосиску. Но, по-моему, она сегодня не обиделась. Ей хочется гулять. Она увязалась снова со мной. Вот. Интересно, очень индикаторное место у меня в предлесье. Вот. Здесь обычно многие пробегают это место. Вот. А я знаю, что здесь очень хорошенькая грибница белых. Вот. И частенько я здесь нахожу. Вот. А многие бегут, летят и все мимо. Вот, смотрю, пока ничего нету. Это, кстати, не очень хороший знак. Белых нету. Так, вот я и на первом, точнее уже на втором индикаторном месте. Вот, но у нас вот боровые белые. Вот, каждый год все время начало волны сдвигается все дальше и дальше к осени. Вот, если раньше можно было их набирать где-то в августе, в начале августа даже, то сейчас уже только сентябрь. Вот, и срок их очень небольшой. Они идут, ну, 2, максимум 3 недели, и все. Вот этот момент нужно обязательно уловить. Вот, вот если сейчас здесь что-то будет, это хорошо. Ну, если уж не будет, вот, то тему можно закрыть. И я тогда пойду в другое 100% место, ну, где очень много у нас хороших подберезовичков. И я там быстренько корзинку эту наберу за 15 минут. 15 минут хватит мне, поверьте. А вот прошлый год у нас волна боровых белых началась вообще аномально поздно. Это было примерно 18 сентября. Такого никогда не было, чтоб так поздно начинались грибы. Это как раз после засухи было у нас. Пока в лесу тишина. Не вижу ни резаных, ни свежих грибов боровых, я имею в виду. Опа, нет. Вот посмотрите. Кто-то нарезал калачики. И, кстати, эти калачики как раз являются белыми. Так, ну что, начинаем смотреть. Ну, вообще-то, вот один экземпляр, даже если один беленький попадется, это еще ни о чем не говорит. Нужна серия. Если волна пойдет, это определенно должна быть серия, а не 1, 2, 3 там. Вот, вот когда их будет много, вот тогда будет и другой разговор. Так, сейчас надо идти будет очень медленно. То есть первый сигнал уже прошел. Калачики. Кто-то ходил, кто-то резал. Опа! Вижу впереди. Смотрите. Смотрите. Видите? Стоит. Вот он. Вот он, товарищ. Ух! Да еще и большой. Интересненько, интересненько. Ну-ка. Вот он и есть. Боровой белый. Ой, а этот у нас помощник. Тут как тут. Устал, да, со мной бегать? А у меня первый белый, кстати. Но тебе до этого дела нет. Тебе сосиска нужна. Ой, нет. Нет. Так, мы сейчас его надломим. У нас, смотрите, одни черви. Поэтому мы оставляем его. Вот, мы его даже трогать не будем. Пускай уж растет. Так. Ну чего, компаниец, будем искать дальше. Так, ну вот этому, кстати, беленькому больше, ну, наверное, 2-3, наверное, точно будет. Так что, ладно, будем смотреть. Как я уже говорил,
Один экземплярчик ничего еще не значит. Смотрим дальше. Нам нужны маленькие. Вот, раз большой у нас... Опа, еще один, смотрите. Вон он стоит. И тоже очень большой. Так. И, судя по всему, наверное, опять вот червивенький. Ну-ка, да. Совсем мягкая шляпка. Даже смотреть его не будем. Опа! А вот и маленький, пожалуйста. Нет, под собакой прям. Смотрите, прям под собакой. Вот он. Так, ты сейчас у меня на гриб наступишь, а? О, ой, да нет у меня сосиски сегодня, нету. Ой, ты хороший у меня, а? Ой, собачка, а? Вот нравится ей гулять со мной, а? Так, ты мне гриб не раздави. Убери ногу свою. Ногу-то убери. Убери ногу. Опа. Так. О. Этот. Фу, не надо лизать мне. Нет. Ну вы смотрите, что делается, а. Смотрите. Ну это наглость. Легла и вот гладьте ее. Гладьте ее. Ей жарко. О. Этот экземплярчик точно хороший. Ой. Ой, смак. Смотрите. О, я еще один вижу. Вот там впереди. Так, если это он. Точно, ну, зрение не должно меня обманывать. И тоже маленький. Ну-ка. Все. Вот он. Вот он, товарищ. Вот он, красавчик. О, елки-палки. Так, вот смотрите. Резаные. Плюс... Два старых, плюс еще два маленьких. Ну что, можно сказать, волна начинается, я так думаю. Вот, вот оно, пожалуйста, индикаторное место. Индикаторное. Здесь народу ходит вообще там много. Вот, но если здесь грибы будут, я пойду дальше. Не знаю, если успею, на свое основное место, где у нас там... Куча белых, просто куча. Слышу голоса. Грибнички уже все пронюхали. Опа, смотрите, красавцы какие. Опа, опарочка. Ой ты, конфетки просто. Просто конфетки. Ой, посмотрите-ка. Вамху, красавчики. Как вы красиво стоите, а? Ой, мне всегда такое сожаление, что вот такую красоту приходится нарушать. Ой, да они еще испарены. Ёлки-палки. Так, не хотят из мха вылезать. Тут и не выкрутишь их никак. О, посмотрите-ка. Ой, красавчики. Вот они, боровые-то, а? Ой, все, класс. Не зря. Вот только жалко, что у меня всего один час. Ё-моё. О, еще один. Еще один. О, этот еще лучше. Посмотрите-ка. Ой. Так, нет, не лучше. Старенький. Посмотрите, шляпочка мягкая. Расти дальше, товарищ. Ой, даже не будем его трогать. Пускай... Дает споры пускай размножается. Ой. Так, ну что, надо сейчас идти очень медленно. Будем смотреть, выверять свой каждый шаг. Ой, вы только посмотрите, маслятки, переростки прям на дорожке, а наплевать, что тут ходят. Ой, и ты у нас опять. Ну, я дальше иду. Вот бульдозер, а. Прошел, масленок сбил. Сейчас мы идем дальше. А вот такие моменты. Вот видите, стоит большой. Ага. Вот еще один стоит прямо на окраине дорожки. Это говорит о том,
что дальше из грибничков никто не прошел, иначе бы их сорвали. Вот, но пропустить их невозможно, потому что здесь дорожка одна такая, вот, и поэтому, значит, никто не ходил. Ну, а мы сейчас пройдем, посмотрим, что там дальше. Ну, подберезовички сейчас так и будут провоцировать. Ну, красавцев мы берем, конечно. Конечно, берем. Посмотрите. Ну, в самом расцвете сил, можно сказать. О. Ну, что еще нужно, а? Лучше-то, наверное, и не придумаешь. Ну, вы смотрите. Ну, точно никто не ходил. Вон, видите, еще один подберезочек стоит, хоть и замаскированный. Вот, но все равно видно его. А смотрите здесь что. Ох, ну вот как мимо таких пройдешь, а? Не, мимо таких не пройдешь. Вот они. Практически идеальный размер. О, коренастенькие. Ой, еще в таком красивом лесу. Ой. Ой. Какие вы хорошие. И всего-то вам хватает. Всех питательных веществ. Ножки толстые. Так, идем дальше. Так, вот кому питательных веществ не хватает. Сосиску свою не получил сегодня. Вот что с ними поделаешь, а? Посмотрите, растут пачками. Вот. Ну, мы как бы договорились вот такие сейчас не брать. Этот у нас тоненький, хотя... В принципе, может быть очень такой, да, твердый экземплярчик можно взять. Ой, хорош. Так, ну и ты тоже у нас красавчик. Угу. Так, вот там что-то впереди вижу, если не ошибаюсь, то это подосиновичек или нет, сейчас глянем. Маленький. Ну-ка, ну-ка. Знаете, точно не ошибся. Так, это подосиновичек. И что-то очень странное тут еще рядом лезет. Какой-то, ну, тоже подосиновик. Но придется и убрать. Кто-то там какой-то треск впереди. Вот, хорошо, если это Байкал. Вот что-то он молчит. Если был бы кто чужой, он бы сейчас залаял бы уже. Ой. Опа, еще один маленький. Смотрите. Малюсенький, но пузатенький. Ну вот, вот эти я оставлять не буду. О, как раз на засолочку. Ну, бывает такое, что прям вот косяком такие идут. Слушай, ну я не ожидал, что вот прям вот здесь они будут расти. Ну ладно. Смотри-ка. Наводчики, подберезовики оказались наводчиками. Навели меня на подосиновички маленькие. Да. Ну что ж, будем смотреть и подосиновички. Вот. Они так идут вдоль дорожки. О. Я иду, и они идут. Ой, вон там большие какие-то стоят впереди. Ну и пускай стоят. Тут сейчас еще куча лисичек должно попасться. Вот здесь они стандартно идут, попадаются. Как только не растут, а? И здесь. А вон какие беленькие. Какой белый экземплярчик, а? Тоже подберезовички. Ну, какой-то вот белый сорт. Не загорелые стоят. Парочка. О. Красавчики.
Ладно. Даже из-за нехватки времени даже я не очищаю сейчас грибы. Просто уже знаю, какие хорошие, какие даже не стоит смотреть. Вот, потому что время у меня в обрез.